Церковь Христова, подобно прекрасному дереву, укрывающему под сенью своей наследников Царства Небесного. Велика планета православия, но самый большой ее материк – Россия. И над всем пространством огромной страны больше тысячи лет не умолкает православная молитва. Ни войны, ни революции, ни гонения не в силах были прервать ее. Столетиями православная Русь была помощницей, опорой, а подчас и спасительницей православных народов мира. Так было всегда, так оно и сегодня. Я Ирина Купченко, и я попытаюсь сделать почти невозможное – рассказать в этом фильме о нашей огромной русской церкви, рассказать вам и моей гости, замечательной сербской актрисе Иване Жиган. Над Россией солнце никогда не заходит, только скроется за горизонтом на западе в Ивангороде, как уже встает здесь, над вулканами Камчатки. Когда засыпает Москва, то уже идет на работу Владивосток. Понимаю, я летела сюда 12 часов, и все время над Россией. Вот таких пространств дух захватывает. Все это твоя страна. Корабли русского первооткрывателя Витуса Беринга подошли к берегам Камчатки в 1730 году. Вот здесь капитан-командор Беринг сошел на берег Авачинской бухты с иконой святых апостолов Петра и Павла. Они и стали покровителями Камчатской земли. А через 100 лет сюда со всем своим семейством приехал отец Иоанн Вениаминов. Он просвещал обитателей Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, крестил тысячи людей, строил храмы, при которых основывал школы. Он переводил Слово Божие на языки своей новокрещенной паствы. В 1840 году, после смерти жены, принял монашество и в постриге получил имя Иннокентий, а позже стал епископом Камчатским, Курильским и Алеутским. Камчатка – форпост России на Дальнем Востоке. И святитель прекрасно понимал, насколько важна Камчатка для нашей России. Он совершил 4 беспрецедентные миссионерские путешествия по полуострову. И приходилось этому великому труженику и миссионеру преодолевать эти расстояния на собаках, пешком, на оленях. И своей добротой, молитвой, любовью, своим служением он укреплял доверие и любовь к великому русскому народу у местных национальностей. Никогда не остаются бесследны труды, если они совершаются во славу Божию. Даже сейчас, после такого 70-летнего вавилонского безбожного плена, мы можем, если присмотримся очень тщательно, видеть, насколько прочными оказались его посевы, насколько долголетними оказались его всходы. Святитель Иннокентий поминается на каждой службе во всех приходах и монастырях Камчатки. А сегодня особый день, сочельник. Сегодня по всей земле, во всех русских храмах готовится к встрече Рождества. И в этом храме святых апостолов Петра и Павла делают это с особой радостью, ведь это первый из возрожденных храмов Камчатки. Ему всего 16 лет. Трудно поверить, что еще 20 лет назад здесь не было ни одного храма и ни одного священника. В 1931 году Камчатка первой рапортовала в Москву, что с православием покончено. Были закрыты и разрушены храмы, арестованы и сосланы священники. И в течение долгих 55 лет Камчатка была заповедником атеизма. Но в 1986 году здесь, в Петропавловске, отцом Ярославом
Вновь была отслужена литургия. Я помню то время. Маленький дом, крайне жилой, переоборудованный под молитвенный дом. И вот Рождество 1986 года. Остановился в домике недалеко, метров 300, на той же улице. И разыгралась страшная пурга. Оказывается, настоящая камчатская пурга. Нарядился подрясничек, ряса, крест. И оказывается, вот этих 300 метров я почти полчаса добирался. Иду, даже ползу по этим сугробам, уже с уверенностью, что никого нет на рождественском богослужении, не будет. Но я один все отслужу, ведь это мое первое Рождество на Камчатке. Каково было удивление, когда 12 человек было в храме. А Камчатка воистину стала православной. Строятся храмы, люди приходят, исповедуются, причащаются. Только мной за эти 20 с лишним лет было окрещено более 100 тысяч человек. Вот и наступила рождественская ночь в Петропавловске-Камчатском. И в Никольском кафедральном соборе собрался почти весь город. Храм этот необычный. В 1995 году здание заброшенного кинотеатра «Родина» было обустроено под храм. Когда-то все было наоборот. И вслед за Вифлеемской звездой от Камчатки до берегов Балтики идет по России праздник светлого Рождества Христова. Когда вечером в храмах Калининграда заканчивается служба, здесь, на Камчатке, уже начинается утреннее богослужение. Православная молитва в России не прерывается ни на минуту. Думали, что можно разрушить храмы, уничтожить веру. А вот идет русский народ по своей земле крестным ходом и поет. Разумейте, языцы, яко с нами Бог. Светло празднуем! Русские миссионеры пришли на берега Байкала еще в 16 веке. Сейчас это скорее развлечение, а для миссионеров собачья упряжка была основным видом транспорта. К 18 веку Иркутская епархия стала самой крупной в Российской империи и простиралась до Аляски и Алеутских островов. История епархии – это история освоения Сибири, населенной и по сей день множеством малых народов. Святитель Иннокентий, митрополит Иркутский, чьи мощи сейчас покоятся в соборе Знаменского женского монастыря, заложил основы миссионерского служения в Сибири, традиции которого не пресеклись и до сих пор. И последняя поездка была в Тафаларию, за 1000 километров от Иркутска. Тафалария – это такая страна, там живет один из малочисленных народов России численностью не более 1000 человек. Это такая котловина, где уникальная природа, где просто ногами туда невозможно пройти. Это вертолет, а другого доступа туда практически нет. Долгое время не было там священника, и уже практически те, кто родились, они уже доросли до школьного возраста и не видели священника. Многие были в таком состоянии неверия, кто-то в состоянии язычества. И потому пришлось с самого начала прямо идти по улицам дружно, заводить разговоры. Мы рассказывали о вере, приглашали на крещение, приглашали на литургию. Холодно встречали, холодно. Но мы как-то не стали на это обращать внимание. Вот решили, пойдем все дома, со всеми познакомился. Завтра будет служба в 9 часов, полдевятого в больнице. И там, может быть, споведаться и причаститься. Батюшка Игорь с отцом Максимилианом, с детьми на улицах. А дети такие хорошие, ну, добрые, отзывчивые, здороваются. А на самом деле, уже к вечеру у нас было несколько семей наших.
Когда мы приехали, конечно, их простое сердце не могло не откликнуться положительно на зов, опять же, Духа Святого. Через два дня эти все люди, уже вся деревня, весь поселок буквально был там, где были мы. Бог есть везде. Бог есть повсюду. В каждом человеке есть Бог. Бог этот называется Дух Святой. Соединяясь с человеческой плотью, Он оживляет ее. Крещается раб Божий Евгений во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Облачается раб Божий Евгений в ризу правды во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Женечка, иди к отцу. Облачается раб Божий Богдан в ризу правды во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Мы поздравляем моих любимчиков. Дарующего нам воскресенье, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светильничай церкви безлепой, озари лучами добром твоих страну сию. Христа Бога нашего. Это не Россия, это Средняя Азия. Когда распался Советский Союз, все разрушилось. Не стало ни общего государства, ни общего рынка, даже общей академии наук. Сохранилась только церковь. Сейчас в состав Среднеазиатской епархии входят три страны – Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. За последние десятилетия число православных приходов увеличилось почти вдвое. В Самарканде три православных храма. И в каждом из них идет служба. Этот – в честь святого Георгия. Рассказывают, что в 60-е годы, во время новых гонений на церковь, советская власть решила закрыть этот храм. И тут одному чиновнику из Комитета по делам религии приснился сон. Во сне ему явился воин молодой и спрашивает, зачем ты хочешь закрыть мой дом? Прошло какое-то время, и однажды этот чиновник попадает в храм. И видит на стене изображение воина из своего сна. Он спрашивает, а кто это? Ему говорят, это святой великомученик Георгий. А где его дом? Да вот здесь. Не про ваш храм? Да, это значит именно про наш храм. И этот момент очень нас воодушевил. И мы, как бы сказать, поднялись в том смысле, что Господь помогает и великому Георгию защищает свой храм. И с тех времен как-то пошли какие-то послабления в давлениях. Продолжалась служба, продолжалась. Здесь, в окрестностях Самарканда, в этом мавзолее мусульмане хранят великую святыню, чтимую основными религиями мира – десницу пророка Даниила. Когда наш патриарх Алексей II был в Самарканде, он отслужил молебен в честь пророка и окропил святой водой это место и вот это фисташковое дерево. Дереву этому, как говорят, 500 лет, и его считали высохшим. И вдруг весной случилось чудо. Дерево вновь зацвело. Паломники в своих молитвах долго благодарили русского патриарха. Советская власть с одинаковой методичностью разрушала мусульманские мечети и православные храмы. В 1929 году Свято-Алексеевский собор был закрыт. И долгие годы пребывал в запустении. Только в 96-м была закончена его реставрация. Промыслом Божьим так уже Господь так устроил, что именно храм в честь своего покровителя освящал святейший патриарх Алексей II. Ну а с мусульманами у нас хорошие отношения, добрососедские. Мы здесь научились жить в мире. И в чем мы можем только соревноваться, так это в делах милосердия, в делах добра.
Дай Бог вам благополучия в ваших делах. Дай Бог, чтобы этот опыт, он распространился на весь мир. Свято-Алексеевский собор – самый большой христианский храм в Средней Азии. Он посвящен святителю Алексею, митрополиту московскому. Небесному покровителю патриарха Алексея II. октября 1947 года по секретному распоряжению Сталина ночью на простом грузовике в Богоявленский собор Москвы привезли длинный деревянный ящик. Так после многих просьб верующих из подвалов Кремля возвращали церкви мощи святителя Алексея, митрополита Московского, одного из самых любимых русских святых. Он жил в XIV веке, был наставником трех московских князей, не раз спасал Русь от монгольских набегов. И когда во главе русского государства стал юный князь Дмитрий, будущий победитель Куликовской битвы, митрополит Алексей фактически встал во главе русских земель и сохранил единство Руси. По его слову, прекращались междоусобные войны, князья смирялись, мирились, и Русь сумела подготовиться к решающей битве за свободу. Конечно, чтобы победить врага, сначала нужно стать единым народом. И хотя святитель Алексей не дожил до победы в Куликовом поле 2 года, но это была его победа. Да, по-разному складывались судьбы святителей московских. Бывало, властители земные прислушивались, бывало и по-иному. Это Успенский собор, главный патриарший собор Русской Церкви. Сегодня здесь служба в память святителя Филиппа, митрополита Московского. Может быть, один из самых трагических русских мучеников пострадал не от иноверцев, не от язычников, а от собственного православного государя, да еще и, как говорят, друга детства. В марте 1568 года Филипп, митрополит Московский, здесь, в Успенском соборе, отказался благословить опричников во главе с царем Иваном Грозным и открыто обличил беззаконие, творившееся в стране. Грозный был в гневе. Через полгода сюда, в Успенский собор, во время литургии ворвались опричники. Они зачитали соборные осуждения, порочившие святителя, сорвали с него архиерейское облачение и увезли в заточение, где через год его задушил Малюта Скуратов. Святитель, Отче наш Филипп, я молю Бога. А через 100 лет новый царь Алексей Михайлович Романов послал на Соловки к мощам святителя Филиппа покаянную грамоту, в которой он обращался к почившему как к живому, молил о прощении грехов Ивана Грозного и просил святителя вернуться в Москву. В 1652 году мощи святителя Филиппа торжественно встретили в Москве и поставили здесь, рядом с Грановитой палатой. А потом уже перенесли в Успенский собор, а это Архангельский собор, усыпальница русских царей и цариц. Здесь был похоронен его друг и гонитель Иван Грозный. А вот тот золотой купол над Москвой и рекой – это возрожденный храм Христа Спасителя. Какой он огромный, как храм Святого Савы Сербского в Белграде. К
когда в 1931 году храм взорвали, то на его месте сначала думали построить дворец в честь победы коммунизма. Потом еще что-то, но все не удавалось. Это святое место оставалось пустым, пока, наконец, не построили огромный открытый бассейн. Но все очень ждали возрождения храма. И вот он, красавец храм. А недавно сюда перенесли святые мощи Филарета, митрополита Московского, наверное, самого мудрого русского человека во всем XIX веке. Он прожил долгую жизнь и почти полвека стоял во главе Москвы церковной. Его слова ждали цари и военачальники, монахи и поэты, и простые люди. Мало кто знает, что знаменитый манифест 1861 года об освобождении крестьян написал святитель Филарет. Удивительно, как в роковые переломные моменты русской истории решающим было слово святителей, патриархов, монахов и старцев. Так патриархи Иов и Гермоген в 17 веке поднимали народ на борьбу с иноземными захватчиками. Так в 20 веке, в памятный 93-й, слово патриарха Алексея II остановило кровопролитие. Святитель Филарет освящал тот старый храм Христа Спасителя, а новый возрождал и освящал патриарх Алексей II. Духовная жизнь в России, я думаю, собиралась на протяжении всей тысячелетней истории Руси. После принятия крещения она никогда не замирала, даже в самые трудные годы. Годы гонений, годы репрессий, всегда вера сохранялась в душах людей. Это помогло России и русскому народу выстоять во всех испытаниях. И когда открылись возможности, то вера и духовность проявились с полной силой уже в новых условиях, в открытии храмов, в открытии обителей. Этот процесс востребован снизу. И сразу же храмы наполняются православным народом. И духовность тесно должна быть связана с нравственным состоянием нашего общества. Поэтому это два неотделимых понятия. Духовность и нравственное состояние нашего народа. Отсюда все начиналось. Здесь, в Киеве, князь Владимир крестил Русь. По преданию, еще святой апостол Андрей Первозванный благословил это место и предсказал, что свет христианства отсюда разольется по всей русской земле. Пророчество сбылось. У святых истоков, у истоков Святой Руси. Сюда из Старой Ладоги, из Новгорода Великого пришли первые русские князья. Здесь было основано первое русское государство. Отсюда на весь бескрайний север, на русские просторы разошлась и наша государственность, и православие. Сегодня во всех храмах Русской Церкви поминается святитель Михаил, первый митрополит киевский. Тогда, тысячу лет назад, русская церковь была очень небольшой, всего несколько епархий и храмов, десятки, ну, может быть, сотни. И была тогда единая Русь и единая церковь. Но не всегда так было. Бывали времена, когда эта древняя православная земля была под Литвой или под католической Польшей. И митрополия киевская, бывало, отделялась от русской. И тогда укреплялась власть католиков и насаждалась уния. Расколы и нестроения, бездумные требования полной отделенности от русской церкви, от патриарха Московского, здесь всегда оборачивались большой бедой для православных. Для нас один и тот же митрополит Михаил, один и тот же князь Владимир, княгиня Ольга,
одна и та же Киево-Печерская лавра, одни и те же первые мученики Борис и Глеб. Сегодня мы не имеем никакого права делиться, ибо только едиными устами, единым сердцем мы славим Бога. Самое главное – сохранить мир, сохранить единство с Церковью Матерью, и чтобы благодать Святого Духа всегда была с нами. Жизнь Киево-Печерской лавры зарождалась в пещерах. Лаврские пещеры, давшие название монастырю, и поныне хранят бесценные духовные сокровища. Здесь покоятся мощи первых русских монахов. Они жили 1000 лет назад. Эти люди пришли в пещеры, чтобы молиться о себе, обо всем мире и о нас с вами. У нетленных мощей преподобных сердце каждого человека обретает надежду на лучшую участь в жизни вечной. Вот мы сейчас пришли к Нестору Летописцу. Повесть временных. Благодаря ему мы знаем историю, нашу историю, жизнь наших прадедов. Святые были простые люди. И когда работая в Господу, все силы употребляли на соблюдение заповедей. И Господь их тогда одаривал дарами духовными. Илья Муромец, богатырь знаменитый, после своих подвигов осознал суетность этого мира и ушел в монастырь, принял монашество и стал воином Христовым. И он защищал лавру, уже будучи монахом. И смертельная рана была сюда ему в грудь, он прикрыл руку и уже так и отошел. Софийский собор – символ могущества и суверенитета древнерусского государства, свидетель трагических событий нашей истории. В 3 года завоевала Древнюю Русь монгольская орда. Это был не просто набег, не просто разорение. Тогда, в 1240 году, пришла новая эпоха, наступила ночь. И не было более светло-светлой и украшенной земли русской. Киев был сожжен почти дотла. Сотни тысяч погибли и были угнаны в рабство. Гордые русские княжества стали улусом монгольской орды. Казалось бы, Руси не оправится никогда. Но вскоре здесь, на севере, за лесами и болотами, стала подниматься новая надежда Руси – княжество Московское. И близ Москвы, в глухих радонежских лесах, через 100 лет появилась новая обитель – преподобного Сергия. Я учила историю еще по советским учебникам. Мы узнавали и про Дмитрия Донского, и про Ивана Грозного, и про освобождение крестьян. Но в этих учебниках не было ни митрополита Алексея, ни святителя Филиппа, ни преподобного Сергия. Не было тех, кто наставлял князей и простой народ, кто хранил и оберегал душу России, а иногда и спасал ее от врагов. Это ангелы-хранители нашего народа. А преподобного Сергия еще зовут игуменом земли русской. Ведь как собиралась монашеская братья здесь, вокруг преподобного, в лесах радонежских, так и вся Русь вот уже много веков собирается вокруг него и его лавры. Наш русский богослов и священник Павел Флоренский сказал: «Здесь, в лавре, бьется пульс русской истории. Здесь Россия ощущается как целая». Во времена гонений лавра была отобрана большевиками у церкви и разорена в числе первых. Хотели и мощи преподобного Сергия выбросить на поругание.
Но Павел Флоренский с друзьями тайно вынес мощи из лавры, и многие годы верующие хранили святыню, перепрятывали ее. И после Великой Отечественной войны, когда лавру вернули церкви, возвратили святые мощи в раку преподобного. Но Флоренского уже не было в живых. Отца Павла Флоренского называли русским Леонардо да Винчи за огромность познаний и талантов. Богослов, математик, искусствовед и физик. И еще он был настоящий русский священник. И был казнен за свою веру в страшном 37-м. Монастырь всегда был крепостью веры. В смутное время, когда поляки захватили Москву, они 16 месяцев осаждали лавру. Но монахи и воины, укрывшиеся в монастыре, не сдались и не отдали свои святыни на поругание. А потом, в грозные дни стрелецких бунтов, лавра укрыла и будущего царя-реформатора Петра I. Но царь не попомнил добра и в 1721 году упразднил патриаршество и поставил русскую церковь под жесткий контроль государства. И многим тогда казалось, что Святая Русь ушла в прошлое. Но Господь послал России утешение, и этим утешением стал преподобный Серафим Саровский. Дивеевский женский монастырь поднялся его трудами и молитвами, и святые мощи преподобного покоятся здесь. У Серафима Саровского есть одно пророчество. Он как-то сказал, что здесь, в Дивеево, среди лета Пасху запоют. Когда 100 лет назад мощи преподобного Серафима привезли в Дивеево, то все подумали, а это был как раз разгар лета, что пророчество сбылось. Потом, уже в конце 20 века, когда после долгого забвения мы вновь обрели мощи преподобного, снова вспомнили об этом пророчестве. Но сейчас почему-то кажется, что это не только о Дивеево, что это о всей Руси. Это та самая знаменитая Дивеевская канавка. Преподобный Серафим заповедал прорыть ее вокруг обители. Великий старец говорил, что бес ее не перескочит и не покорится ему это святое место. Удел самой Пресвятой Богородицы. Среди пророчеств преподобного Серафима было и страшно. Господь, видя нераскаянную злобу сердец врагов наших, попустит их начинанием первое время, и земля русская обогрится реками крови. Но не до конца прогневается Господь, и не попустит до конца разрушиться земле русской, потому что сохраняется в ней еще православие. По пророчеству избылось, революция обогрела Россию кровью. Счет жертвам шел на миллионы. Священники, казаки, крестьяне и дворяне. Целые сословия. Люди разных национальностей, разных языков. Никого не минула эта беда. Во всей России нет места, где было бы столько могил святых мучеников. Уже тайно расстреливать в Москве не могли, поэтому увозили сюда, экскаватором выкапывали рвы, расстреливали по 100, а то и по 500 человек в день. За 2 года здесь убили около 20 000. И среди них 739 священнослужителей. Статьи обвинения, сохранение церкви, проведение богослужений, помощь и приют ссыльным, недоносительство. Здесь они все вместе, как у Господа.
И ведь о великих бедах предупреждал не только преподобный Серафим. Не только его пророчества могли слышать великий и малый вершитель судеб многострадальной России. Во времена, когда страну уже охватывала революционная горячка, был святой пастырь, которого еще называли всероссийским, потому что со всех концов необъятной империи шли к нему люди за молитвенной помощью. Святой Иоанн Кронштадтский тогда говорил прямо: «Россия больна, и все меньше времени остается для ее исцеления». Многие русские храмы и монастыри будут до основания сметены нечестивцами, предрекал перед смертью Иоанн Кронштадтский. И только об одной обители говорил, что будет стоять она до скончания века. Пюхтицкий Успенский женский монастырь. Он не закрывался даже в самые атеистические годы. Такие попытки предпринимались не раз, и в 1961 году уже все шло к тому, чтобы монастырь превратить в дом отдыха для шахтеров. Обитель спас только-только назначенный на таллинскую кафедру молодой епископ Алексий, будущий патриарх московский. Дай Бог здоровья это нашему святейшему патриарху Алексею, который приложил все усилия с помощью Божьей Матери, сохранил нашу обитель. Он так хотел, чтобы она существовала. Он видел такой непосильный труд сестер. Он видел такую молитву здесь. Он сам совершал службы и вообще очень любил эту обитель. Епископ Алексий в нарушении всех писаных и неписаных правил времен железного занавеса привез сюда несколько иностранных делегаций. Рассказы о дивном Пюхтицком монастыре появились в зарубежной прессе, и власти не посмели тронуть обитель. В монашестве ежедневный труд неотделим от молитвы, и каждый из насельниц несет свое послушание. Есть даже такое выражение – труд – это молитва. Как пришел, переступил ворота монастыря. Ты живешь с тем, с кем тебя поселят, ты делаешь то, что тебе скажут, и даже в храм ты можешь прийти только тогда, когда у тебя тебе разрешат. Самый ценный дар человеку от Бога – это воля, свобода воли. И монах, он вот эту волю дарит Богу. И он от нее отказывается здесь, на земле, чтобы приобрести внутреннюю свободу для того, чтобы вот это вот освобождение, вот этой жертвенностью помочь и себе, и ближним. И когда мы понимаем, мы приобретаем такую добродетель кротости. А кротость, она стяживает любовь. Здесь в Пюхтицах такая благодать. И это так естественно. Здесь все освящено неотмерным духовным светом. И как бы снимается с душ человеческих бремя житейской суеты и заботы. Вот и заканчивается наше путешествие. След за солнцем от Камчатки к берегам Балтики. Калининград. Западная граница России. Капитан второго ранга, экипаж эскадры миноносного Стойчина под древом стрельбе флаг ГИСА построен. На флаг, Игиусь, смирно!
Каждое утро, как и 300 лет назад, на кораблях Балтийского флота поднимается Андреевский флаг. Моряки уйдут в море, а на берегу останутся их жены и матери и будут ждать и молиться, и просить помощи у святого праведного Фёдора Ушакова, русского адмирала, не проигравшего ни одного сражения, небесного покровителя российского флота. Военный человек, как никто, приближен к смерти. Господь сказал: «Блажен тот, кто отдаст свою душу за други своя». И военный человек облечен формой, присягой Родине. Он способен в любое мгновение отдать эту жизнь, свою жизнь, за Отечество. Мы возвращаем его сознание к истокам православия, которое является светом, которое является концентрацией духа, необходимого военному человеку для исполнения своего долга. В Калининграде долгое время не было православного кафедрального собора. И вот год назад завершилось строительство храма Христа Спасителя. Он еще не расписан и не обустроен как должно, но службы уже идут, и под его сводами каждый день собираются сотни прихожан. Можно быть не только по имени православным человеком, надо жить православной жизнью православной церкви. Надо быть участником тех таинств, той общей церковной молитвы, которая возносится в православных храмах. И жизнь должна соответствовать высокому званию православного христианина. Потому что главное не имя, православный человек, но жизнь его должна соответствовать тому великому, высочайшему идеалу, который оставил и заповедовал нам Господь. Звонили колокола к вечерне в православных храмах в самой западной точке России. А на Камчатке верующий уже торопится к заводу. Православная служба в России никогда не прерывается.